приехали. Короче, мы приехали. Мы приехали в Бобровицу. Это самое. Тут лупасит музон. Олег, снимай назад. Он говорил, что это на газик. Макс, подавай. Мужик стоит, блин, спиной развернулся. Я поворачиваюсь, думал, скорпион. Я тебе говорю. Реально, вот сейчас он повернется. Да нет, там наколок мало. Так, так, так. Тут, короче. Я машину хоть закрыл? Так закрой. Давай, жди. Мимо горизонта... Там еще такое свечение есть. Ну, мимо того, что я освечиваю всю дорогу. Листья осыпаются, да? И асфальт плавится перед машиной. Я когда на этой высоте подъезжаю к водителям, они палишь. Эти, голова в салоне загорается, как спичка, знаешь, такая черная сгоревшая. Отлично смотрится, да? Смотрится отлично. Ну, это ж ты перегрузил, блин, бампер. Надо усиливать бампер, Макс. Так, а включи все. А ну, давай, зажги. Зажги. Давай. Мне сейчас нравится, вижу, ты знаешь, такие... Один раз только можно, так не разгорается, Макс. Надо завести, Макс. А, просто для красоты. Так это ближние, которые... Это, ну, надо их местами переставить. Не, ну, у тебя светят лазерными лучами, тебе просто будут крышу с кабины срезать. Не знаю, что со звуком будет. Так... Так дело в том, что у него же не раскручиваются эти, это эти, рымболты. Не удался. Не, просто я нашу, я ставлю резиночки, вот это один из И тихонько подкрадываюсь домой тогда, да, так просыпается весь город. Разрезать не стоит. Так, короче, я попытался уменьшить звук тут, чтобы не попадал музон, не знаю, что из этого получится. Машин. Ничего себе! А нажимает кто? Паша! Ничего себе, вот это аппаратура! Такого даже в Киеве нема! А что не правда? Вот он, разогревочный круг. Сейчас папку сделаем. Разогревочный круг пошел. А мы для бабки сейчас построим. Не переживай. Я бабка не запустил всех машин. Буду на яле, на панельке идет. 250. Так вон там мост построили. Это чтобы все рухнули с моста? Макс, смотри, тебе уже на пятки наступали. Красавчик. Сколько лет тебе? Сколько? 11 лет. Ничего себе. Зовут тебя как? Богдан. Богдан. Красавчик. Так, блин, нифига себе. 11 лет, пацаны. Батя в курсе. Посадил Руслана на машину, вот, привез да, тебе, говорю, вот, да, блядь. Вот. А вот ты дебил. А там полный привод, у него 72 лошади. УАЗик, не, ГАЗ-63. 63 лошади, а Рус думал, это будет взлетать чистый, чистый БМВ. А и вообще ее взлетел. Вот он, вот Ми вам зичимо також перемоги. Єбать, сказати, не нажав. Не нажав. Зачем все так тут? Можно еще раз перезаехать? Дай назад. Перехвалил.
25. На паузу поставил. Давай второй круг. Надо бокалы попросить напить. Что ж ты не снял? Я снял. Снял? Снял. Там еще ты, одна... ты будешь стрибать? Не, я не. Наша 70-ка зеленая, та точно будет стрибать. Той бешеный. Видишь, видишь, что, блядь? Нажимай, нажимай, Юр, нажимай. Бегом, бегом, кнопку! Надо было выпрыгивать, надо было на ходу. Посмотри, сколько единиц. Не, одна двойка есть. Иди. А, 21. Ага, клыки. А, не, не хватило. 11 это ж этот. Как его? Что же, 11 номер. Монстры прилуп. Чекаем у вас на старте. Хлопцы. А что случилось? О, а что случилось? Только прямо хочет ехать. Что случилось? А может этот самый, блядь, что нам на конечниках бывает цепляется, блядь. Выверни полностью колеса и сдаю так резко назад. Я сёмый нужен. Больше левых поворотов. Повязал, блядь. Блин, блин! Ёб твою мать! Точно включили? Говорю, штурман мог всю дорогу проехать, вися на двери. Это пихтес, они просто пихтес. Або так на ручке и так по земле. Да, 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 на пузе. Я знаю, что ты любишь, Паша. У тебя или у Крипова? Шо, где Вов? О, вон. Блин, как-то звучит, закинчаешь свой шлях. Ёп! А где прыжок? Так а ленту не порвал, все нормально. А ты говоришь, влево не поворачивай. На одной нозе. Рассказать, или в прилуках у монстров спалил мотор полностью. Понял, взял шланги, поехал на водоканал, блядь. По размерам колес нарезал трубы, блядь. Пошлифовал. Вчера ночью собрал и сегодня выехал, клянусь. Тарабан идем. Серьезно? Так а дым какой, блин. Он каже, мне на одну гонку хватит, а потом приплю. Как в Феррари. Должно, мотор должен разломаться после финиша. Ждем. Так я же стою, когда он доедет, блядь. Ну доехал же. Кольца с трубы сделал? Ну, где-то еще гавкает. Так а мне рассказывали когда-то историю, что чуваки купили машину, у нее были поршня с дуба и жестянка сверху набита на гвоздики. То ли мотоцикл взяли, то ли что. Юля! Юля! Гонку хватит, клянусь! Что сейчас приеду, что за кольца? А? Что за кольца? Цилиндры с трубы. Колец, да, железные, да. Поставил на поршня и ездил. А, так кольца с трубы? Поршневые кольца. А маслосъем не просто пружину. Не, маслосъемные старые поставили. Я думал, с ручки пружины. Уже разбита. А по-перше у нас еще дуже багато більше на цей. Решить, куда бежать. Ну що ж, я думаю, вони обов'язково справлять. Що ж, Ha ha ha!
Часто прошел цей екіпаж шлях. Сильно вдарив. За ленту пора завор. Купасят пацаны. Точно есть гальма? Все нема. Это, конечно, опасный маневр. Він або зараз перевернеться десь, або, бля, приїде за півтори минути. Побачу, розходьтесь, отсюда ви розходьтесь. Що ви приймаєте там за прищодне все в клубі? Я б не стояв би на тому місці там. Давайте всі розійдемо. Розходимося. Оце Макс. То есть, короче, судя по тому, как народ отошел с трассы. Номер 37. Из Березани, спортивный клуб УАЗ. Демьянов Ярослав, Паркус Андрей. Номер 37. Просимо приготуватися. А мы на финише вітаємо учасників відомого Фриця, Іванова Максима і Сюча Ігоря. Отлично! Нифига себе! 3.12, прием! Лучшие пока, да? Пока да! Еще ну, так отсижу! Да! Молодцы! 2:12 блядь! Я с ним буду съездить, блядь! То есть была ситуация, приехал, нема штурмана, понял? Может, это у него такая седина молодежная какая-то? Никто не хочет с ним ехать. Ходил, ходил, ходил. Коли Толик перекрестился, каже, мать тебе, блядь! Ты просто ты просто на даф. Первый раз ты что не понял? Ты с ним на даф. Ты не бачишь. Я заметил. А где ты так долго ездишь? За хлебом заезжал еще. В магазин. Я заметил. На развороте каже. А ты тут же назад затянул. Я держу тормоза и газую. Давай на правильном. Не провоцируйте меня. Просто супер. Так непоганий. Что-то команда похожа на Вильсона, Никулина и Маргунова. Знаешь, типа, есть такой, есть анекдот такой про шутки. Шутка 48 и 37, все такие ха-ха-ха, типа, знаешь, это самое. Так на Макса смотришь, на газик, и на Макса улыбка. Я свой газик дома отставил. Мы выпускаем газы, да? Сергей Володимир, различимо перемоги. Экипаж. Не, ну бережно, бережно. Это что, квадрокоптер новая модель? Или пивной какой-то штуцер? Пивной рыцарь. Я думал, это что-то в Ниву новый какой-то тюнинг. Да иду уже. Не будет. Короче, пока люди там рубятся, мы тут решили нарубиться по-своему. Давайте разом финишим. Короче, накормили. А до старту готовиться. Сделал, кстати? Да нет. Нет? Нет. Давайте, жгите.
Ура! Красава! Плаває. Видишь, это дождь, по-моему, слева, а справа у него. Шановні чоловіки, небайдужі, можливо, там треба і ваша допомога. Не пожалійте ваші нові черевики. Залізьте ви з ту грязі. Поможіть їм вибратися. Чи вже вибрався екіпаж? Кішки їм не поталанило сьогодні. Але наші монстри Прилук завжди були в лідерах. І я думаю, що ви хлопці. Здавалось би, машинка як машинка, таке щось їде. А я кажу, вона сильна. А які сильні хлопці за кермом цього автомобіля. Що ж, хлопці, виручайте, друзі, тому що застряли і добре. Партії. Екіпаж під номером 66. Сліпий Олександр та Бакрін Володимир, місто Київ, клубу Ford Brothers. Тож будемо їх чекати зараз із вами на старті. Минулого року показали, ох, і хороший результат. Ось вони. Тож вітаємо. 66-й номер. Володимир, номер 66. Це екіпаж, до речі. Заявку зробив у всіх трасах. І Лайт, і... Давай на задки, Санёк! Надо было за дрифт. Шашлыки. Санёк, не сдавайся, давай ещё. Санёк, давай копоти, Саня. Дай назад ещё. Или ты хочешь на лебёдке? Блин, Санёчек, ты куда? Ну и что-то, блин, серьёзно настроенный на победу. Глянь, что, блядь, творят. Нифига себе, смотри, дым идёт с троса. Блядь, бегите, бегите! Санёк, надо было копоти давать, что ты так быстро сдался. А у тебя шнурки, шнурки развязаны, Санёк. Мотай, мотай. А, подожди, еще не зацепил он. Саня, вот там через шаг уходит, да? Да. Это типа троса укладчик. Отдай. Отдай. Забирай. Забирай. Стоп! Видок пошел туда. Да еще не пошел. А вот, смотри, блядь, он уже... Стоп! Видок пошел. Отмотай назад чуть-чуть. Назад давай. Руки. Стоп, еще подвезло. Чуть-чуть назад отдай. Отдавай. Руку. Оп! Намазывай. Забирай. Отходите отсюда. Так, отходим отсюда, отходите все. Все, уходите. Блин, Саня, порвал шакла своего. Не в ту сторону полетел трос, Саня. Давай без троса, ты выскочишь, Саня, мы верим в тебя, Саня. Сань, больше наваливай, чтобы очищать. Давай своим ходом, Саня. Брось шапку туда. Подожди, это новое.
А твоя, кстати, пойдет. Еще назад. Не, он оторвался за подлицо, Саня. Попробуй, Саня. Саня, вторую попробуй. Отсюда назад и потом со второй еще раз. Смотри, назад, Саня, назад. Выбило передачу. Выбило. Все, стой, 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 стой. Теперь вторую и сюда ходу. Вторую бородачку. На прямой, Саня, на прямой назад попробуй. Давай толкай, когда он подъедет. Толкай, давай. Дышишь и говоришь, я толкаю. Давай на третьей, Саня, третью давай. Саня! 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 Что-то передок что-то не крутит. Просто вывешивай. Саня, Саня, попробуй назад на прямой. Санчо, попробуй назад на прямой, на задней, и попробуй вот так сюда пошире. Тихо, тихо. Баклин какой-то, я вообще этих людей не знаю. Саня, давай через шакл завяжем узлом просто, да и все. А, это из-за пива там лежит. Сашуня, доставай лебедку, вот иди к машину пробуй. А нас еще хард попереду. Бородач, иди, там специально надо стучать как-то по бамперу и лебедка чинить. А ты зараз едешь за нами, 50 номер за нами, 17. Саня. Сейчас давай ручку давай. Узлом закрыл. Да. Ну покажи. Слышишь, Саня, Саня? Саня, давай лучше за вот то дерево туда. И смотри, узел. Ну покажи. Этой хуйни не выбьется. Выдержи. Не трогайте, она острая. Что ты хочешь? Как вязать? Вдвое держи, сложи, держи. Просунь его. Еще больше петли сделай. Хорош, вот так. Нет, уже сильно дофига.
Так а ты хочешь два троса связывать? Не, лучше в крючок вот сюда просунь, вот в эту, в петлю. Или вообще... Шакл маленький, что-то сильный. Плохо кущен. Отпустишь чуть-чуть его, не дотягивай до конца, потом не открутишь. Ты сначала дай натяжку, чтобы он затянулся. О, нифига себе! Что вот там? Это поворот! Что там? Вылетела палка и полетела в зрителей. Да? Так, отходи, красная шапочка, блядь. Дед Мороз, отхожу. Бородач тут со мной, я от него не отхожу, мало ли что. Может, что хочешь начать. Давай еще подъезжай, Саня. Ну застрянешь опять. Может этот кусок намотать на клыки? Вов. На клыки. Вова, намотай на байкер. Да, да, я знаю. Так а уже шакл распустили. Он не потеряется. Шакл не потеряется. Стропу забери, Саня. Слепой, давай, среди грузовиков на лучшее время идешь. Я тебя направляю, ладно. Давай это сам. Дай по мошонке я тебя стукну. Сейчас он еще и по нам проедет. Не, у него выворота хватит. Нет. Там столько штурманов, что не могли бы бегать и переносить всякие ленты в нужное направление. Смотри, смотри! Ай, блин, что ты очканул? Я говорю, если я очканет, все. Надо было не очковать. Да все, стоп не работает. Хард. Ну что, там рыба есть? Говорили, муляки меньше. Сантиметров 50, наверное, да? Блядь,
я думаю, что столько, что крови для беговских тех плавающих таких. Да да, это. Тут надо в прыжке тогда туда, на берег. Браво, тут, до речі, на цьому автомобілі. Так это типа планируется объезд или что? Это прото. Харда сюди, а прото туди. Туди і назад. Хай Бог мой. Готується до старту 9-й номер, хлопці, 9-й бортовий номер. Старту. 9-й номер. Та нормально. Так а туди, наверное, ж не впишешся, как туди заехати? Это ж... А траса ж не... Или это туда и на... Туда и назад, типа? Если насажать много верб, они возьмут воду, свяжут муляку. На старте 9-й номер, але... Красиво подпрыгнул. Временно. Временно. Блин, ну очень быстро пошел. Ух там. 70. Браво, браво, браво. Капот открылся, закрылся. Считай, Олег. 15, 20, 40, 50, 70, 80, 90. Макс потерял мелочь какую-то, ищет. Я тренирую зрение. Поставь ногу ему на спину, Олег, чтобы усложнить задачу. Блин, 400. Я уже со счету 5 раз. Хорошо, какая? Сколько? 230. Не знаю. То считаем. Еще раз. О, это теплее стало. Гони! Врум-врум. Зараз узнаем, с каким результатом цей экипаж прощался еще. Что ж, вітаємо прилучани з іншим їм. Перемоги! Прилуки! На старт! Нифига себе! Просто молодці! Бляха-бляха! Браво, пацани! Браво! А то уже был 2.12, да? Это уже по разбитой трассе. Давай еще раз. Я не. Я не. Блогеры подоспели вовремя. Даня, ты где отходишь? Дайте уже дядька спрятаться. Куда будет там лететь? Расход! Иди, читер, читер, заберите. Да, уходи, назад, назад, назад. Фу, какая вонь! Газ не сгорает. Нарыли почти как шишигой. Давайте, чтобы
Как вы сюда доехали? Мы же не знаем, что они делают с ней по ночам. Пытается дверью себя вытолкнуть. Как не надо, да? Да, уже стучит мотор, блин. По краю там. А да что? На бока посмотрите. Бородач прячься за дерево. А я на дерево. Да? Ты уйди, красная шапочка. Вот если выскочит, вы никто не разбежитесь. За что? Он из-за вас это самое. Это трасса, если что. Не дождетесь. Так, кто-то здесь еще подкрался. Что за кино?
Опа, он... Мотор уже тарахтит. И разбыл. Ленточку они не поедут, конечно же. Блин, ну ты снишь ее назад, а я у мамы один. Вот видишь, надо было сразу четыре все так сдувать, тогда точно проехал. А так еще буксовал чуть-чуть. Ну, Нила выехала, больше Нила сама. Он еще не лучше. Да. А что она там спортится? Это же не по асфальту. Мы тут гнались за тобой. Надо было все четыре сдувать так сразу. Хотіло, не получилось. 99. Галичі руку. Так, а де? І витягнуло ж, блін, ти посмотри. Уже все, да? Стой. Тут раз, і пішло. Так, і мотор работает, или только вентилятор крутит? Передний блок включили. Больше штурманов надо, чтобы устойчивость была. Блин, надо бігти туда смотреть, как он будет проходить. Номер 5. Місто Прилуки. Алло. Зараз гуляйте. Я хуйня пройде. Это Тойота, да? Это работает, да? Вжух. Так, все за дерево прячемся. А тут находится? Ну да. Можно задавать. Да он так едет, блин. А вы не? Не. Че? За старый. Да ладно. Кто дерево поставил? Что-то деревья уже что-то сажали. Уже забираем. Дивись, его знаешь. Что там, деревьев густо насажали? Ну что там? Надо было сигналить, чтобы оно отбежало. Там он даже развивал. Ну в реале вы так прям летело на всех. Не, ну я нормально. Обкрустилась.
А вы пошли так и думали, я что все сидел. Остальные в позиции тренера. Мягкий бампер. Юный штурман Ваня Форд. Це той, що за кермом діти. За водій дитина. Макс, Макс, как слышишь, прием? Начинай дубасить. Стой, дверь открыта сзади. Шеф, два счетчика. А, короче, так он же ж короткий, это ж Defender. Или лимузинщик, лимузинщик сэкономил на этих, на клюшках, блядь, короткие какие-то поставил. Ну, пошире вроде колеса. Да, пошире. Литр выигрывает, ширина проигрывает. И портальность, конечно. Или портальность одинаковая получается за счет высоты колес. Ну, начинай ползать там под машиной, что-то разведывать, Макс. Гранату какую-то прицепи. Лазерную. Макс меряется клитерами. Одинаково. Сантиметра на 3-4. Почти. Макс, отъезжай. Не-не, подожди, стойте, сейчас я позову, чтобы они ехать начали. Макс, где ты? А, тут два Макса, кстати, в обеих машинах. Макс. Рано выключили камеру. Надо было ж предупреждать, что... Удачи, удачи! Водя, давай! Водя, мы с тобою! Короче, ем семечки. Богдан, от тебя все выйдет! Вперед, вперед, вперед! Богдан, вперед, вперед, вперед! Руки заняты. Инженеры. Звоните Олег. Вот Олег, ты сам разложил. Гуцульские инженеры. Только это после Димы диетчика, он кривой какой-то. Серега, ныряйте. Там вроде как молятся, видел? Они моются там в речке. Моются? Да. И воду пьют. И воду пьют. Ступай, Рус, ступай. Так еще ж не кричит. Вообще автомобиль, да, Гена? Ну мы с тобой, а давайте потребуем Геннадия. Гена, ты супер, браво! Лучше бы, блин, трос потащили за Гену. Чем тут хлопать, блин. Или Гену подлебедили чуть-чуть на этот берег. Может, зафикать? Да, блин. Да. Сейчас лебедка сгорит. Я думаю, лучше этот. Бокал вот. Ну да. Но они ж конкурируют, наверное, или нет? Да нет, а дружеская кнопка. Возле стропы бы не стоял. Кстати, могут нарезать, и потом будет легче ехать. Давай, давай, давай! 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 Давай, дав
Богдан, давай, впевнено. І до перемоги. Ану, давай, 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 давай. Тут мені здається вже час, мабуть, і не гратиме ролі. Хто самий спритний, хто без чиї за допомоги вийде, ось тут буде і переможець. Пробивается, но ступенька, конечно, да, сантиметров 30. Видишь, так вот, видишь, колесо чистится. Практически до дна дорывает. Так, а дно-то где? Он уже, видишь, мостом начинает полировать. Да, там мостом, но резина чистится. Когда раскручивается, тогда чистится. Да. Так? Блин, блокировок не хватает, да? У меня попал. Ну, давай, давай я. Так назад газу не даем. Потихоньку нас газ не даем. Там вон есть это дерево, сейчас, наверное, за дерево залепили. Да, ты дотянулся через речку. А это что, для машин или для людей? Попробуй. Для машин. Это на хард. На награждение лишь? На хард. Руслан, дай снимай. Сейчас дерево расщехну. Уже кончилось. Надо ехать в эту. Так, попробуй. Вон на поле иди и пожаришь. Внутри только эти бумажки. Сейчас так расщехнется. Блин, она уже там дымела. Ребенка? Я думаю, что она не дымела, я думаю, что она парила. Ну, уже ник не крутило. Да, сейчас надо обходить отсюда. Я думаю, что он сюда передом, сюда ладом и с разгоном. Наверное. Вотка молодец! Сросон, Водя! Блин, точно выдержит мост, блядь? Я думаю, что лишняя машина, и він розовьет. Не с коблами, поняли, гвоздями, да. Другий повністю. Переїхав воза, мені загроз. Богдане, ми тебе все одно
Так ты видел, как ушел мост, блин, под воду? Потому что ты справжний, справжний мужик. Бородач не очкует. Молодец. Ты идешь, у тебя дрожат ноги, ты раскачиваешь мост, бородач, что ты делаешь? Дети подземелья, видишь? Как там вам ехалось по мосту? Просто, я уже каталажки. Губу разбивал. Он на трамплинах, он так скатался. А тебе понравилось? Что поедешь? Слышишь, еще 20 детей бросили, еще б ехали неделю здесь. Это главное, папа тягает. Подожди, не, это не отвлекай меня. Давайте все попрыгаем. Дайте вон на руку карася. За пазуху кидаем. Туда, в шапку. Нормально? Да. Давай рязки ему капюшон напхаем. Подожди, там карась, блядь. Ангелин, что ты там? Жабу туда. Ой, страшно. Порядок вас. Ну что там, чувствуешь карася, Руслан? Да. Я выпал уже? Нет еще. Конечно. Ну, уплыл. Дай, вот. Подожди, дай карася достану. Можно я с вами, пацаны? Ой, откройте мне дверь, я с вами. Прилип карась к спине. Оба, выпал только что в речку. Я не на разрыв. Ну, договаривайтесь пока. А можно больше газу дать? Больше газу, давай газу давай. Да прыгнешь, Руслан? Русик. Да. Да прыгнешь до этого, до газика. Газика? Легко. Блин, его знает, надо пробовать. Давай, в прыжке будет видео. Он удаляется все. Это долго решает. Он что-то играет. Туда-сюда, или это очком? Это очко. Все. Да, что-то длины не хватило от этих моста, да, чуть-чуть? Так в этом же ж и прикол. Яна, у тебя что-то... Это самое, слепой запустил палку от этого, от забора, таким образом. Типа натянул и улетела палка. Ох, они классные. Так это Angry Birds? Любят свою хлопцы, Вадим та Евген. Клуб Росомаха! Мимо! Там сейчас другая машина будет ехать, залазьте к ним. Нет, нет, пожалуйста! Просто молодцы, вперед! Конечно, едет не машина, едет человек. Столько ленточек, что не видно трассу и машину за ленточкой. Разбегайтесь, наверное.
вперед, вперед, ми з вами, хлопці. Шакли літають. І шакли літають. Турма. Вадиме, вперед, вперед, вперед. В самом глубоком месте придется перематывать трос. Бородач, а что ты вылез? Глянь, какое пузо круглое стало. Ну, еще трохи, да? Трохи, Вадим, еще трохи. Он Евен бедный, помогает тебе с всеми силами. Так, отходи, отходи. Вадик, осторожно, сетку не зацепи. Вадик. Вадик! Что-то серьезно сильно настроен. Я ему позвонить могу. Сейчас, если что-то пойдет не так. Будет четкий кадр, ты хочешь сказать? Ну. Блин, этот музон нас все испортит. Быстро пошло! Тут смотри, цвет стало видно. Ага, смотри, как отмылась машина снизу. Мигалка прозрачная, не синяя. Где? Вон на крыше. Где? А, мигалка, да. Вот, тянет. Давай, за окном едет. Прозрачный. Тут, да. Мигалка тянет. Блин, ты посмотри, что перед машиной спереди. Сетку таки зацепили, видишь, на капоте сетка наша, что мы на карасей ставили. То, что мы вчера ставили? Ну да. Нормальный молоток. Начинает бежать, гнаться за ним с топором, он испугается, заведется и уедет. Наверное, сетку намотал на стартер. Яма, на той яме прота? И дефазик, и Макс. Блин, топор плывет по речке, глянь. Ёб твою мать. А если бы выскользнул? Беда, Бендик, слышишь? Да ладно. Нет, не беда. Толкать надо. Будет все, заклинит, больше стартер не будет включаться. Так не глохни. Красавчик. Перерубил вот это кабелем. А что они с топором там делают? Металли топор на дальность. Подожди, а как она у тебя держится? На саморезах. К лопатке. Сильнейший, чтобы было выиграть. Тяни ходами вот чуть-чуть. Никто не видит. Никто. Я не снимаю, называется. Так это ж пенсионеры, они на УАЗах все такие. Да? Ну, в смысле, на... Да мы будем после 40 такими же, да? Ну, он же говорит, что доживешь до его возраста, будешь стоя срать. Он уже стоя срет.
Да тащи. Ты знаешь, только подумала уже. И лебедкой тоже. Давай лебедкой. И лебедкой. Это все надо смыть, а им нужна лебедка. Это все как оттуда лебедка. Все опасно. Давай. Это ты его, Саня? Глянь, всю землю везет. Это перфорированная лесовка, да? На чем? На капоте? Не, это он нашу сетку намотал, что мы на карасей ставишь. Да? Это сетка? Нет. Это сетка, типа... С краю вот эту дырку, как у балет, да? Кидаешь сетку и под нее вот тропу, там всякую фигню, чтобы оно не терялось, и в салон не надо вставать. Удобно. Чомусь наших учасників цього. Я думаю, що ми зорієнтовані на місці капота. Смотри, зараз тут автобан. Смотри, цвет стало видно. Ватерлінії. Ти красивий. Лови, лови, рибу лови. Руслан, знімай, збери рибу лови. Діана. Кидай ему опять за воротник. Бросай, Вадик. Не, подпишись. Давай, это на вечер. Давай, сейчас заплывут, а потом... Так глянь, сколько их стрибает там. Вова, ты Вова. Бачки хорошие. А ты тянешь, да? У тебя лебедка не тянет. Вадик, лебедка тянет твоя. Да. Выливай воду с салона. Дверь открывай. Он на дураков не реагирует. А нельзя на ходу двери открывать, бородач. Вы ему хотите уже в штаны? Не надо, не надо, бородач. Не отвлекайся. Слышишь, Руслан, можешь закрыть рот, открыть глаза? Да. Наоборот. Ты посмотри, что он перед собой тянет. Бородач. Да оффроуд снимай, блин, идиот. Зачем? Там телефон новый. Старый идиот, за пол, вот такую херню, Вадим. Вот так он тянет. Что, ты дросишь там, что ли? Ты бачишь, плывай. Рыбу в карман мне подбросили. Плыви, рыбка, пусть растет. Русь, издеваются с тобой. Ага, сволочи. Быстрее выезжай, да отомстишь. Крупняк майже вже вибрався на сушу. Ого, крупняк пошел. Ого. Вадик, смотри, что делаю. Вадик, ты нашу сетку намотал там, на капот, блядь. Сразу пил он нашу понтонну переправу, мы его підтримаємо оплески, в нього все вдасться. Смотри, какая резина динамичная сзади. Сгорела. Экспрессия такая. Тасі на нашій картовці зараз. Клуб Росомаха. На капот ему. Вроде поймал, там же свет. Трач, Агрім та Комарницький Євгеній. Хлопці, молодці, хлопці. Просто зупинили. Саня, ходи. Куда? Я не хочу, как вы, стоять в болоте. Видишь, я на островке. Вот, это колонок. И значит, что остаток вашего шляху хардовского вы прошли без перешкод. Блин, что это за мальчик в жилете? Кто он вообще? А, это Стрелок. Сейчас по топору поедет, гляньте. А где топор? Он под передними колесами. Да. Топор лежит под машиной, сейчас по топору поедет. Перед машиной. Не, какая-то рука забрала топор. Блин, сколько тут человек участвует в этом заезде, я не могу понять. Это штурманы. Штурмановые машины. Хороший цвет, кстати, Ваня. Хороший сверху или снизу? Разный. Это. В два цвета покрашено. Хамелеон. Давай, второй, заводи. Да не, он. Второй. Если на понижайке надо пятую. Да, тяжелая. Не выезд понижайка, да? Угу.
Скоро? Вадим Євген, продовжуємо шлях. Смотри, какая веревка висит вон у него из заднего бампера. Где? Залишилося зовсім небагато, я думаю, що вас зараз все вдасться. Это не веревка совсем даже. Смотри, веревка, это струйка. Ці хлопці продовжать кардовський шлях. Прямо на горе, блин. Ось вона заводится. Заводится наша Нива. Я что-то думаю, ее клинит, блин. Продолжит свой шлях. Там поставься. Він дальше. Дальше. А не то кажется. Продолжит свой шлях гордости. А мы с вами давайте підтримувати Євгена та Вадима. Я думаю, сейчас у них все вдасться. Ну, клуб «Росомаха» продовжує свої змагання. Я думаю, що хлопцям вдасться все. Ось вони поки що без перешкоди. Попробуй, Вадик, попробуй передачу включить и стартером в этот момент крутнуть, когда на лебедке. Может, сработает. Какую-то там четвертую, пятую передачу. И стартером покрутить в этот момент. Блин, аккумулятор тянет. Бежи отсюда! Ну что ж, наша Нива выбралась. Держи двумя руками. Оказывается, джинсы не промокают. Да, тут чик может быть хороший. Между досками. Похоже, что да. А то нефиг с моих колец прикалывали. С моих колец наприкалывали. Блин, не доехала до базара тачка, блин. Чего? А что там мотор тут стоит? Пока что дало. Без перешкод, можно сказать. Перехвалила, блин. Сглазила, сучка. Ну что, чуть-чуть. И все, и некому спасти. Сначала было оранжевое?
А я не знаю, там... Красный, какой-то... синий, белый. А, еще красный еще будет, да. Синий. Ты что-то сломали или что? Не, там, наверное, диффузика этого, веса не хватает. Не, он так поскакал как-то стрёмно и, видимо, все бросил. 25-ка или 40-ка? Смотри, как тянет, блин. 25-ка. Плюс, не, 25-ка. Плюс машина с экраном уже. Цепляй, шо, у него антенна одна. Нет, ты же понимаешь, когда тут антенна, нету земли, а там есть земля. То есть вот в этой рации сейчас, да, вот просто переключай, разведи и выйди. Вот сейчас будет, это залет, пацаны. 4 Ну что? Рабинович, что вы тянете, я беру разъем. На все деньги, красава. Не вышло, Максиме. Вошло. Еще раз попробуй. Вам нравится тоже ведущая, да? Ну что? Что вы думаете? Есть антенна через какие-то. Лебедочку, да? Хлопцы, по-другому у нас не выйдет. Чому сьогодні сутки при допомозі лебедочки перебираються на правий берег? Лівий. Екіпаж! Попался. Посмотрите, как он виртуозно и классно долает перешкоди, шановные друзья. Она уже сглаживает, эта баба. Игорь, ты молодец. Молодец. Рабинович, что вы пятитесь, если я беру разбор? Сейчас будет экстремальный На том же расстоянии, да? Соломки подсыпали. На себя перетягивает пока. Нет, трос растягивается, это самое. Повесьте. Тарас, отойди, блин. Стремно так стоит. О, машину тянут. Вроде пошел. А, патрол пошел. Нет, он тоже что-то потихонечку. И сейчас его как выдернет резко. Это самое. Видишь, как пошел резко, теперь трос. Это, так и не пробивается трассом. Так что машина пройдет? Ну, да, это ж теперь... Ну, что ж, наша Toyota клуб Росомаха. Вернее, еще будешь перед нас, когда Росомаха. Не монстры-монстры, монстры-прилук. Скорость, мало что. Перепливают нас, тому що із того. Молодці хлопці, у вас ще половина шляху. Ну, ми думаємо, що це була ваша остання. Правіше, у вас все було. Ой, правіше, правіше. Тут лівіше, там правіше. У нас все получиться. Механіка лучше всего гідравлік. Гідравлік. Да ладно. Ну, ти хоч, у нас не настроєно. Ти... А, так важно, що там насос перепускав. Розпривели. Он, по-моєму, тільки на лебедці йде. Он даже колесами не маслает. Колеса помогают обычно. Может, у него что-то с колесами? О, сейчас колеса. Пошли колеса. Нет, так он только на лебедке шел, он без колес шел, получается. Сейчас будет, наверное, лучший результат на времени.
Сейчас и нас тут может подзаляпать. Нас тоже может подзаляпать. Я там бы не стоял. Да, бо він бешеный. Ну капец. Давай. Так что, тебя пронесло? Да прыгнет. Пошел! Ни хера себе. Бля. У то сырнул там. Где он? Бумажку принесли! Ничего не станет, все в порядке, да? Прошу всех! Бумажку отнеси человеку, он уже смокли штаны, блин. Не могли! Позабирайте ваших детей! Позабирайте ваших детей! Блин, ну бежал хорошо, я со стулом собирался бежать. Бумажку ты заснял? Ну не знаю, не знаю. Нет, тогда ты ему хоть бумажку, он обоспанный стоит. Блядь, тогда ты там вообще по намощь на трассе. Краще результат сегодня. Да, конечно, краще. Ну, краще. Квалификация разобрана. Все. Сейчас копает. Это специальный план. Дави, дави его. Эй, вообще получилось такое, что я когда сидел в камышах, это... Срал. Сзади лебедка держит. Он на лебедке пытается уехать вперед. Вперед, да. Дядя Боря, ты бы... Нет, так что я хотел тебе показать? Это будет что лучше. Ладно, ладно, ладно. Скрылся в дыму где-то. Нет, там на блоках пораскакал. Молодцы, поехали! Экипаж під номером 7. Спасибо, красава, начинаем переключаться классно. Да. Ты представляешь, он переключался, ну, більш правильно, як він би быстрее вали. Не, а тут через ставка буде, конечно. Все не долетают. Да, то ты еще раз прошу. Курточки он такой. Не, я хоть буду просто... Мы все равно натяжечку хотел. Кокс. Блин, рано натянул. Сейчас там взвод вымер. Як з рука вигички. Я не знаю, чи тому сьогодні вдасться перекнути ось цю річку без перепон. На сліпого вся надежда. Під номером 7. Монстри. Сліпой. Прилуп також застряли. Я думаю, зараз швидко ми переправимо їх на правий берег. І вони продовжать свій маршрут. А карасі вже думають. Ні, 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 ні. Велика і уходить. Назад. Сюди. А, уйди від троса. Штурман безсмертний. Вообще не тянется потом. Лебедка не тянет. Да нет, тянется. А он, по-моему, трошки правее взял, бо там не глибоко, по поверхности. Уже бокалом дернуть. Ну что ж, так я кажу, пусть бокалом вытянет. Застрял экипаж под номером 7. Сергей Васьома, Медумиса Владиславу, клуб «Монстры». Прилукали, я думаю... А слепой сейчас не дернет, он сейчас ролик снимает. Видите, это аккумулятор, чтобы не верить. Серый, это аккумулятор сел. Выключи, Серый, аккумулятор сел. Выключи зажигание, кому? Все выключи. Аккумулятор сел. Пол, тебе не верю, никак же это не сделали, Зай. Так, включай сборку. Если ты зажигал. Да было, ты было... Пусть убегают оттуда. Они уйдут сейчас. Что? Уйдут. Они уйдут, вон Юля сидит. Уйдут, уйдут. А где они уйдут? Подтягивай, Серега, уже зацепили. Клуб «Монстри», Сергій, Владислав, ми з вами вас підтримуємо.
А подожди, сер. Вы справжний монстр. Не крути. Давай, натягивай. И мы за вас вболеваем всею душею. Все это, кто тут есть на базе. А сдалека как вроде клипанул. Нормально. Ну, может, и клипанул. Ну, чуть-чуть клипанул. Он, говорит, поднял руки, как немцы. Так и лебедка, и колесами. Да, лебедка, и колесами. Конечно, бы шишигой лучше. Отойдите оттуда всем. Блин, там дети. Саня, разгоняй все. Уйдите оттуда все, уйдите оттуда. Давай с лебедкой. А у нас как слаба. Там девочки сидят опасно. Пошел, пошел. Колесами, может, чуть тоже помогай. Да я хожу, да. Ну, начал идти. Начал идти. Ну, кевлар жалко. А ну попробуй. Это что, передается через кевлар? Да не, выгоря, Люсь. Надо больше машин сюда. А я доеду сюда, бородач? Давай. А не, ну нельзя это стрелять. Блин, что-то он трещит. Почти, она в колее. Или шрус, или... Работает, да. Вперед! Вперед! Назад! Давай пусть припурим, потом выезжает. Так, достанет аккумулятор. А не достает? И с той стороны. Эту стропу заберите, а то сейчас наедет. Стой, стой, стой! Да стропа же лежит вон. На колесе нормально? Заводим. Так давай этой стропой лучше. Пацаны, лучше стропой. Бородач, не он мешай. Сейчас заглохнет. Нет. Отойди от машины. Он заглохнет. Отойди от машины, не мешай. Нам нужен экшен. А какой экшен? Сейчас, блядь, натянет лебедку и заглохнет. А меня сейчас зарядит. Экшен будет, если тянуть рывком. Фары выключены, Серега, фары. А, нет, включены габариты какие-то. А он сейчас только натянет и заглохнет. Глаз, бомба!
Помощь подоспела вовремя. Да не, вдвое. Вдвое пусть будет. Вовчик, пусть лучше вдвое будет. Давайте лучше вдвое. Вдвое. Там скользко будет. А так вовремя. Расходимся все. Здорово. Нами будут дергать. Давайте зайдем. Еще зараз будет. Внимальний момент, шановні, я думаю, ми тих підтримаємо. Я думаю, зараз цей газ 66 витягне наш Нісан. І ми продовжимо наші змагання. Пані зараз на горі буде дергати. Малую лучше заберем, Вован. Забирай, наверное, эту стропу или на капот хотя бы ее выкинуть. Блин, у Сани трос тонкий. Колесами помогай. Газуй нормально, Серега. Серега, газу! Давай, коксу! Слепой, как ты это делаешь? Как он это делает? Саня, не раскачивай шею! Сцеплением, наверное. Останьте. Привет, Останьте. А, я заглох. Сейчас, Саня, вытащим. Включай передачу, заводи! Не надо. Слава Богу, слава Богу! Не, не надо, не надо, Серега. З'явився на березі. Уже лучше нам на сухом дернуть. Слава Богу, подавали нашу грязь по Бродицьку. Та не муча, не муча, лучше прикурят. Продовжуємо. Сергію, Владислав, продовжуємо. Саш, ти, Саш! Серега, керуй. Ну что, седьмой номер сходит с маршрута. Не-не-не, не заводи. На гору выйдем, Серж. Охуенный. Все нормально. Ой, не надо машины. Давай, 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 пошел. Серега, вперед смотри, не отвлекайся. Сань, выйдем на гору, запустимся. А что, заглох опять? Да. Чего? Мунчик! Давай. 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 Давай